Всем привет! Мы сегодня с вами на работе. Покажу вам, что у меня здесь растет. Вот такая вот пальма большая. И начнем, наверное, вот здесь с эпипремнум, по-моему, он так называется. У него варигатные листики. Не все, конечно, но некоторые все же сохранили свою варигатность. Я его постоянно черенкую, черенки раздаю, продаю. В общем, кому надо, тот и берет. Вот так вот в большом горшочке с пальмой. Это мой гладиолус. Я его высаживала на лето, но, правда, поздно высадила. И луковичка проснулась только к сентябрю. Мне стало его жалко. И я его выкопала, посадила. Не знаю, будет с него толк или нет. Ну, в общем, посмотрим. Пока вроде растет. Вот эта большая пальма. Я когда-то уже говорила, что дизикотека. Я ее так называла. Но на самом деле я не знаю, что это за пальма. Она не дает боковых ответвлений. Растет вот одним стволом, вот такой вот шапкой. Листы очень крупные, неприхотливые. Постоянно сверху выпускают новые листики. Интересно. Тут у меня хризантемы, мне их в этом году под осень отдали, я их обрезала, черенки поставила на укоренение, одна из них желтая, другая, по-моему, розовая. Фикус Али, нифига не рос у меня этим летом, вот только к осени, мал молясь, начал обрастать шапкой. Я его убрала с окошка, с подоконника, поставила его в тенечек и вроде он начал расти. А это мой папоротник. Нефролепис. Обожаю его. Он вообще такой неприхотливый. Ему, видимо, здесь всего хватает. Не знаю, там влажности, полива, света. Он так хорошо разросся. Уже отсаживала от него одну деточку. Вот здесь он выпускает новые ваи. Еще даже не дораскрутил до конца. Такой неприхотливый. Хороший. Красивый. Здесь фикус. Я этот черенок покупала за 150 рублей, по-моему. И вот макушка уже свежая. Это вот уже у меня наросла. Крупные листья. Каучуконосный, по-моему. У него есть одно боковое ответвление. Тоже неприхотливый. Интересный. А это моя растюха, которую я выращиваю семечки. Тоже не подскажу, как называется. Садила давно. Вот, растет. Забыл полить, и все осыпалось. В общем, тоже постоянно за ней нужно смотреть, не пересушивать. А здесь у меня сансиеверия. Это я ее спасала. У нас уже были морозы, ее забыли выкопать, либо не хотели ее выкапывать. И вот три вот таких вот отросточка я выкопала, посадила в один горшочек. Не знаю, приживутся или нет. Ну, вроде были какие-то корешки. Ну, посмотрим. Надеюсь, что деток даст. Это моя хатиора. Ой, тоже прекрасное растение, неприхотливое. Это какой-то, наверное, суккулент из семейства суккулентовых, или как правильно сказать. Зимой цветет желтенькими цветочками. Поливаю ее редко. Тоже такая интересная растюха. Хорошо переносит обрезку. Черенки очень хорошо укореняются. Симпатичная. Это пахира, по-моему. Вот такой у нее каудекс. Большой уже. Тут была вот веточка, ее спилили, видимо. Мне ее уже отдали таким большим растением. И вот такая вот здоровая пальмочка растет на работе. Ну, шикарная. Вот для работы самое то, иметь крупные цветы. Дома, конечно, такие не поставишь. А это мой бедный несчастный асплениум, которому плохо везде. И дома, и на подоконнике, и в темноте. Ну, в плохо освещенном месте, и на солнышке. Принесла его, в общем, на работу. Стоит пока что здесь. Разделю видео на две части. Во второй части покажу другие растения.